прошлом году объем теневой экономики в России снизился. Теперь он составляет 18,9 триллиона рублей, или 20% от ВВП. Такие данные получили специалисты Росфинмониторинга, передает РБК. Как отмечает издание, эта сумма превышает расходы федерального бюджета на 2019 год – 18 триллионов рублей, в три раза выше годовой выручки «Газпрома» – 6,5 триллиона рублей за 2017 год. Более трети всех денежных доходов россиян за прошлый год – 57,5 триллиона рублей. По информации ведомства, объем теневой экономики снижается на протяжении последних трех лет. В 2015 году он составлял 23,4 триллиона рублей при размере ВВП 83,1 триллиона рублей. В 2018 году размер ВВП вырос до 103,6 триллиона рублей, а теневой экономики упал до 20,7 триллиона рублей. В то же время в 2017 году объем теневой экономики был наименьшим – 18,9 триллиона рублей. Ведомство включает в теневую экономику серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налогов и таможенных платежей и выплату серых зарплат. В феврале 2018 года Международный валютный фонд подсчитал, что доля теневой экономики в России может достигать 33,7% от ВВП. Аналогичная ситуация наблюдается в относительно развитых странах Африки и Пакистане.